Сергей Кирюшкин за рулем троллейбуса уже 16 лет. Но сегодня, управляя большой машиной, чувствует себя необычно. Все дело в том, что в Самару пришли 22 современных троллейбуса. За рулем одного из них оказался Сергей. Все удобно, все под рукой, как бы руль регулируется пневматически, сиденье тоже пневматическое, все это с подогревом, все здесь. Никуда, в общем, не надо не отвлекаться, ничего. Все рядом, все видно. Здесь 9 камер показывают только приемники, весь салон, правый борт, переднюю часть троллейбуса и заднюю, и, естественно, меня. Здесь спидометр, рабочее давление, напряжение в контактной сети, заряд аккумуляторов, сколько воздуха в системе. Такие троллейбусы могут двигаться по обесточному участку до 1,5 километра, что позволит быстрее регулировать аварийные ситуации, перегоняя машину на ремонт, а не оставляя на дороге. Передвижные составы не имеют аналогов на отечественном рынке. В данной модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Видеоконтроль посадки-высадки, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, современные системы климат-контроля. В данном троллейбусе применены новые стандарты для безопасности пассажиров и для пассажиров с детьми. Также для их удобства расположены такие откидные сиденья. В салоне предусмотрены 4 зарядки USB. Троллейбус вмещает 96 человек, предусмотрено 33 сидячих места. Максимальная скорость 70 км в час. Это для всего управления очень радостное событие. Мы ждали этого момента более 5 лет, не было поступления нового подвижного состава. Ну и наконец-то вот сбылось то, о чем мы мечтали. В ближайшее время оценить комфорт в новых салонах смогут и сами самарцы. Троллейбус выйдет на линию уже на этой неделе и будет курсировать по 4-му маршруту. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.